Раньше одинцовцы только в сказке про Емелю читали о том, что русская печь очень мобильна. На 61-м дне рождения любимого города они могли убедиться в этом еще раз. Я печка, я очень жаркая, люблю пирожки, печь. А как бабушка даже... Яга во мне что-то иногда печет, вкусных мальчиков. У нас и пирожок с собой есть, где-то только он затерялся. На стартовой точке шествия немало представителей 4-го детского сада. Образ из сказки «Гуси-лебеди» нашелся для всех желающих. Коллеги из 1-го сада решили немного отдохнуть от привычных сюжетов. В праздничный день они показали одинцовцам, как выглядят цветы жизни. Я цветок красивый, пион. Еле его держу на голове. Сегодня мы с удовольствием пройдемся по улице вместе со всеми, с радостью подарим прекрасный букет всему городу. 2 сентября в городе происходили настоящие чудеса. Бэтмен и Человек-паук играли с малышами, мальвины дружно водили хоровод, Баба-Яга делилась впечатлениями об одинцовских детях, а Кощей Бессмертный раскрыл свой секрет долголетия. Не напрягаться, не расстраиваться. Ну и хорошее настроение. Бабушка Яга, ну что скажете о детях наших одинцовских? Дети у нас замечательные, талантливые. Вы посмотрите, какие творческие, что напридумывали. Все, так что, думаю, победа за нами. То есть кушать не будете? Сегодня точно нет. Ну, насчет завтра подумаю. Черепашка-ниндзя Лео вместе с коллегами живет на заброшенной станции метро. Рыбка-флаундер, если верить мультфильму про русалочку Ариэль, обитает в океане. Кажется, ничего общего, но, тем не менее, они нашли друг друга где-то в канализации и пришли на праздник. Так вот это же связанные вещи. Там, где вода, да, мы едим общую пиццу. Там, значит, рыбки плавают. И черепашка, ну, он там мир спасает, периодически выползает. А я плаваю все время в канализации, ну, там, отвечаю за чистоту воды, вот. То есть вы пьете воду, а вот я за нее отвечаю как раз. Ну и он еще немножко. На 61-й день рождения любимого города одинцовцы получили много подарков. Перед стартом колонны сказочных персонажей в путь отправился паровозик, который был готов катать юных и не очень пассажиров до самого вечера. А уже после него поднимать горожанам настроение пошли и участники карнавала. Улица Неделина превратилась в небольшую сказочную реку. Здесь проплыл пиратский корабль. Даже водяной в ластах чувствовал себя комфортно. Креативные одинцовцы с несколькими тематическими остановками прошагали до улицы Жукова и финишировали на центральной площади, где их встречали другие гости праздника, в том числе глава Одинцовского района Андрей Иванов. Одинцово – город молодой, энергичный, позитивный. Он живет в ритме сердец своих жителей. Здесь создаются новые семьи, рождаются дети, здесь люди работают, творят и строят свои судьбы. И каждый из вас делает многое, чтобы город наш рос и развивался, становился еще более красивым и современным. Продолжился праздник раздачи сладких подарков и концертной программы. Жители и гости Одинцова приехали поздравить певица и композитор Любаша, заслуженная артистка России Надежда Чепрага и казачий хор. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».